Как жену сыграла, кстати, исполняла замечательная Альбина Шакимуратова в роли Пати. Она потрясающе исполняла две арии в сцене театра. Я, кстати, в фильме не работала, она, конечно, великая совершенно певица. Для актеров, особенно для актрисы, это мечта всегда сыграть Анну. А для вас это был сложный кастинг? Вы долго искали свою роль? Да, сложный, долгий. В общем, я изначально, во-первых, это такая первая, наверное, картина у меня, которой я не был изначально автором идеи делать это. Канал России, Антон Андреевич Златопольский, собственно, первый заместитель генерального директора, он вот ко мне что-то позвонил, обратился, мы встретились, и вот он... Ну, насколько я знаю, Канал России хотел делать экранизацию, в тот момент начал делать Соловьев для Первого канала, и они тогда... Я не знаю, 10 лет назад тут...